Правила предельно просты. Задача участников – отжаться как можно большее количество раз. При этом подходы не ограничены, но в течение дня сумма должна быть равна числу прожитых дней без войны. Время не ограничено. У нас есть достаточно, мы понимаем прекрасно, что кто-то не успел приехать с работы, у него будет возможность это сделать в течение дня. Главное достигнуть ту цель, которая подставлена. А естественно, сегодня будут еще спортивные занятия, во всех секциях будет продолжаться эта акция. Все присутствующие почтили память погибших минуты молчания. Еще немного инструктажа, и все готовы к отжиманиям. Поменялся контингент, понятно, да, что кто-то из старших, может быть, дальше выбыл. Потом много молодежи присоединилось. Ну и количество, соответственно, участников каждым годом растет. Больше людей проявляет интерес к этому мероприятию. Отрадно, что, несмотря на юный возраст участников, а их было большинство, каждый старался выложиться по максимуму. В принципе, трудностей не было, просто было жарковато чуть-чуть, вот, и все. А там все отлично. Сколько раз отжалась? Планируешь еще подходы? Я отжалась 76 раз, вот. Ну, может быть, еще подходы 3 сделаю. Число участников с каждым годом увеличивается. Все больше людей желают быть причастны к подобным традициям. А есть те, кто ежегодно вносит вклад в общее дело. Мне хочется, чтобы ребята видели, ну и родители тоже видели, что мы, верующие люди, тоже не в стороне где-то, да, а что мы активные участники, в том числе и спортивных мероприятий, потому что хотим, чтобы нация была здоровой. Заявленное количество отжиманий немаленькое – 26 663. Но практически все участники посещают спортивные секции и, конечно, ведут здоровый образ жизни. Я думаю, что 100% мы ее побили, потому что людей было много, ребята старались, мамы, папы. Я думаю, что да. А были какие-то сложности, может быть? Ну, вы знаете, поскольку мы спортсмены, сложностей в этом виде у нас нет. Что бы ты пожелал участникам, которые пришли поддержать эту акцию? Здоровья, счастья и чтобы был мир над головой. Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» является общероссийской. Все больше людей подхватывает эту идею и реализует ее в своих городах. В совхозе имени Ленина она проходит уже 4-й год подряд. Организаторы верят, что с увеличением мирных дней и количество участников мероприятия также будет возрастать. Елена Федорова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».